Друзья, всем привет! Сейчас я вам покажу, как насадить лягушку на сама, на крючок, чтобы она с крючка не убежала, и чтобы максимально долго оставалась живой и привлекала тем самым сама. Вот у меня есть уже с собой лягушка, я одну поймал. Слабонервным прошу от экрана отойти. Берем лягушку и прокалываем ей вот так вот ногу. Проткнули и второй. Все, лягушка у нас насажена. Она будет оставаться долго живой. И с крючка она никуда не денется.